Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас БТГ, обогреватель на Тене 450 градусов. Нагрев Тена 150 Цельсия. Применяется блок питания 55 вольт, 2 ампера. Что в итоге получаем? Получаем, что ток блока питания менее, чем вырабатывает наш ТЭН. И поэтому расхода нет. Мы берем только плюс и минус. А ток возвращается назад в электросети. То есть это бесплатное отопление для комнат 50 и выше кубов. Нагрев трубки 150 и выше. А сейчас мы посмотрим расход. Итак, ребят. 30 ватт всего пропускает блок питания, а наша трубка выдает более 46, почти 50. То есть на 20 почти ватт более. Поэтому ток с сети не проходит. Работа на своем токе. А с сети мы берем фазу и ноль, преобразованную через зарядное устройство, плюс и минус. Благодаря этой системе вы сможете бесплатно протопить помещение до 50 и выше кубов. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, схема изделия. Тен 450 ватт на подложке. Нагрев 150. Зарядное устройство 55 вольт. Значит, может пропустить 30 ватт. Вот пошел ток. А этот, получив плюс и минус отсюда, выработал 50. Поэтому этот ток туда не идет. Возвращается сюда и работает здесь. Потом следующий цикл. Итак, беспрерывно. КПД системы 600%. КПД выходной нагрева. А это вот мы разбираем, это, ребята, потребление. Выходной нагрев гораздо больше еще. Мы его не смотрим. Нам просто надо, чтобы показать, что потребления нет у нас. Наоборот, мы еще отдаем 20, видите, 20 ватт. А уже второй этап, это сколько выход. По выходу, ребят, КПД 600, потому что если запустить этот ТЭН на 230 вольт, нагрев его будет 400 градусов. В 2,66 раза более. А у нас, ребята, расхода нету, а нагрев, значит, достигает 150. То есть КПД системы 600%. Благодарю вас за внимание и желаю всем крепкого железного богатырского здоровья и успехов в труде и обороне.